Вот такая вот клавиатура, инструкция, все это Mac, там два диска идет в комплекте с операционкой и программами. Так, все плотненько тут, не подцепишься. Вот сама клавиатура. Очень маленькая, тонкая, из алюминия, на блютусе. Вот. Эта инструкция, как пользоваться мышкой. Еще одна, собственно, сама мышка. Чехольчики. Оп. Вот такая вот, тоже на блютус. На двух батарейках АА. Клавиатура, в принципе, тоже на двух батарейках. Таких же. И Magic Trackpad. Сейчас распакуем, посмотрим, что там. Вот. Само устройство. Довольно небольшое, кнопка включения только, и больше никаких особых кнопок нет. Внутри инструкция, так что по размеру сопоставимо с самой клавиатурой, то есть рядом приставить и будет одно целое. Мышка при этом уже не нужна получается, потому что данное устройство реагирует от прикосновения пальцев и заменяет с собой мышку. Теперь осталось все это дело подключить. Ну вот, все подключили. Вот такой вот рабочий стол получается. Это картридер, это флеш-драйв 2,5 дюйма. Здесь большой на 3,5 дюйма накопитель, клавиатура, трекпад, планшет Wacom Intuos 4. И вот. Кнопка включения находится жутко неудобно сзади. Ну что поделать. Выбор языка. Так. Ага. Клавиатура опозналась. Выбрать русский как главный язык. Вот такая заставка. Добро пожаловать. Выберите страну, нажмите «Далее». Ну, и что далее? Продолжить. Раскладка клавиатуры.
Наверное, это английская. У вас уже есть, ничего мне не надо переносить, поэтому ничего не надо. Apple ID. Создание учетной записи, то есть вот сразу с веб-камеры создалась картинка, и можно дальше. Вот он включился. Ну, через Bluetooth настроили работу с трекпадом. Так что вот все, двигаем здесь. И мышка у нас ездит здесь. То есть своего рода замена мышки. Поэтому все работает.